главных событий дня в эфире новости в студии Сабина Алиева. Здравствуйте. Сегодня президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Казахстан. В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева встречали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица. Сегодня в президентском дворце Акорда в столице Казахстана Астане состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Ильхама Алиева. Члены казахстанской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Касым-Жомарту Токаеву. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана. Президент,
прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана. Президенты обошли строй почетного караула. Главы государств сделали совместное фото. Сегодня в Астане состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в узком составе. Расширенный репортаж в связи с этим вы можете посмотреть в следующем выпуске АСТВ Хабар. С
Сегодня в Астане состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе. Расширенный репортаж в связи с этим вы можете посмотреть в следующем выпуске «АСТВ Хабар». Сегодня в Астане после завершения встречи президента Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе состоялась церемония подписания документов. Расширенный репортаж в связи с этим вы можете посмотреть в следующем выпуске «АСТВ Хабар». Сегодня президент Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступили заявлениями для прессы. Сегодня в Астане от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева был организован официальный прием в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. И сегодня в Астане состоялось открытие улицы Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили на церемонии. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадили дерево в ботаническом саду, находящемся на улице Гейдара Алиева. После обретения независимости и установления дипломатических отношений две братские страны, Азербайджан и Казахстан, стали государствами-локомотивами своего региона, проделавшими огромный путь в политическом, экономическом, культурно-гуманитарном развитии. Хотя насчитывающие 30 лет историческое измерение дипломатических отношений между нашими государствами не так велико, важным является становление, уровень развития и схожие позиции двух стран. Баку и Астана поддерживают суверенитет и территориальную целостность государств, выступают за активное взаимодействие как в двустороннем, так и многостороннем формате с учетом национальных интересов. Многовекторная и сбалансированная внешняя политика обеих стран создает хороший фундамент для устойчивости к современным вызовам, в том числе к наблюдаемой геополитической турбулентности. Тему в своем комментарии продолжит Кемаля Азизкызы. Основу двусторонних связей между нашими странами составляют не только политические, но и экономические отношения. Азербайджан сегодня является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. А увеличение объемов грузоперевозок по Среднему коридору – это важный этап для развития торговых связей по маршруту Азия-Европа и диверсификации транспортных маршрутов. Таким образом, транзитное и транспортно-логистическое сотрудничество в рамках этого коридора остается одним из основных направлений для взаимовыгодного двустороннего партнерства. Вопросы, связанные с развитием Среднего коридора, это веление времени. И хорошо, что и Казахстан, и Азербайджан были подготовлены к этому, потому что в наших странах создана очень современная транспортная инфраструктура, которая позволяет уже сегодня транспортировать большие объемы грузов. Ну и в дальнейшем при координации наших инфраструктурных планов, я думаю, мы можем синхронизировать дальнейшие работы по расширению пропускной способности транскаспийского маршрута. Думаю, это в интересах и наших стран и народов, долгосрочных интересах, интересах стран, которые находятся по соседству от нас. Сегодня динамично развивающийся мир и возникающие вызовы вынуждают оба государства действовать сообща, наращивать тесное сотрудничество, что с учетом доверительных личных отношений на высшем уровне позволяет сверять часы, обсуждать наиболее важные вопросы с точки зрения общих интересов. Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии. Азербайджан играет очень большую роль не только в своем регионе, но в гораздо более широком географическом масштабе. И я думаю, что у нас очень много общего, стремление развивать сотрудничество в самых разных сферах. Казахстан и Азербайджан объединяют не только экономические интересы, но и богатые культурные и исторические связи. Для обеих стран это важный элемент внешней и внутренней политики, позволяющий подчеркнуть этнокультурное родство и духовную близость. Мы определили пути развития нашего сотрудничества на международной арене. Мы активно взаимодействуем в ведущих международных организациях. И, конечно же, создаются новые предпосылки для многостороннего сотрудничества. Дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества Азербайджана с 5 центральноазиатскими странами, что также является, думаю, естественным, поскольку и история, и традиции, и культура
наших народов диктует более тесное взаимодействие во всех сферах. Поскольку средний коридор, который объединяет наши страны, имеет очень большие перспективы в транспортно-логистической сфере, важную часть этого коридора составят коммуникации между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчеванской автономной республикой. Мы также видим, как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур. Благодаря вашим личным усилиям в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край, и в этом каких-либо сомнений не имеется. Но Казахстан со своей стороны готов внести определенный посильный вклад в это благородное дело. Баку и Астана наладили политический диалог, который необходим также для поддержки взаимных интересов на международных площадках, таких как ООН, ОБСЕ, Организация Тюркских государств, что обеспечивает укрепление стратегического партнерства и расширение сотрудничества в свете меняющихся реалий как в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии, так и во всем мире в целом. Кемаль Азизгазы, новости АСТВ. Продолжаем выпуск. Расширяются связи Азербайджана с Астраханской областью Российской Федерации. Налажено взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы. В этом контексте визит делегации, возглавляемый губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, станет очередным шагом по дальнейшему углублению взаимодействия. В рамках визита была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева. Делегация во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в аллее почетного захоронения почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева. Была почтена память и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой. В аллее почетного захоронения гости также возложили цветы к могиле всемирно известного певца и композитора Муслима Магомаева. Азербайджанская республика эффективно сотрудничает со многими регионами Российской Федерации. Астраханская область в этом взаимодействии занимает особое место. Причем это сотрудничество охватывает широкий спектр направлений – от торгово-экономического до гуманитарного. Уверен, что Азербайджан как был, так и останется на долгие годы для нас страной одной из самых близких в выстроенных отношениях. Делегация Астраханской области побывала и в мемориальном комплексе «Братская могила». Здесь гости посетили мемориал, воздвигнутый в память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ксения Анисимова, Нурлан Аликперли, новости АСТВ. 120-й день на проходящем через Шушу участке дороги Лачин-Ханкенди. Продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Как сообщает место события наш корреспондент Эльнур Тофик, требования к активистов и представителей неправительственных организаций остаются неизменными. Дорога на участке, которой проходит акция протеста, открыта для беспрепятственного проезда автотранспортных средств Международного комитета Красного Креста и российского миротворческого контингента. На освобожденных от оккупации территориях обнаружено еще 98 мин. В еженедельном отчете агентства по разминированию говорится, что в Тартарском, Ахдамском, Физулинском, Ходжавянском, Шушинском, Лачинском, Губадлинском, Джабраильском и Зенгиланском районах обезврежены 24 противопехотные, 74 противотанковые мины и 298 разорвавшихся боеприпасов. Очищено еще 622 гектара территорий. Северный Азербайджан – это мост, соединяющий тюркский мир как в языковом, так и в территориальном плане. С годами этот мост крепнет и становится значимее. Об этом говорили участники конференции «Место Южного Азербайджана в тюркском мире. Реальная угроза панеранской идеологии». На организованном Союзом тюркских старейшин мероприятии председатель Совета женщин структуры Гюллю Йологлус остановилась на важности Южного Азербайджана в тюркском мире, подчеркнула проблемы южных тюрков. Руководитель культурного объединения Кяркюк Шепсальди Кюзячи отметил, что Азербайджан заслуживает похвалы за проявляемую ответственность за южных соотечественников и за проживающих там тюркских народов. В других выступлениях также отметили сегодняшнее положение и проблемы Южного Азербайджана.
В 20 веке в результате целенаправленной политики этнической чистки, геноцида в отношении проживавшего в Западном Азербайджане местного населения, наш народ испытал тяжелые лишения, пережил трагедии. Только в 1988 году более 300 тысяч человек были изгнаны со своих родных земель. Одним из населенных пунктов, где они компактно проживают, село Енизот Гергерского района. Его жители ждут скорого возвращения на земли, где они родились. И они уверены, что их мечта обязательно осуществится. Расположенному автомобильной дороге Гянджа-Гёгёл-Кербежер-Селе-Енизот проживает более 1400 человек. Как следует из названия, село построено недавно. Здесь поселились наши соотечественники, 35 лет назад изгнанные из сел Зот, Ахкельсе, Зяркент, Гараиман, Мезря, Нарималы, Гарагойлу, Шорча в местности Гёйче Басаркечарского района. Но только их сердца остались в Гёйче. Гёйче-нен баглы урэймде Çok sözlerim var. У меня на сердце много слов о Гёйче. Это была прекрасная местность и была очень богатой и могущественной. Там неповторимая по красоте природа. Как уроженцы Западного Азербайджана, мы с нетерпением ждем возвращения домой. Там мы оставили свои дома, земли предков. Мы обязательно вернемся. Все начнем заново, говорят жители села Енизот. 35 лет они хранят и быт, и уклад Гёйче. Кто смог в то время взять с собой какие-то домашние предметы, бережно хранит их, вздыхая запах родины, как, например, семья Ахмедовых, уроженцев из села Гараиман. Древний ереванский ковер, в создание которого вложен большой труд, паласы, подушки, матрасы, гребень для шерсти, шумовка, плетеные корзины, шелковые келагаи, древние украшения. Все эти предметы, как память из Гёйче, бережно хранятся в семье Зияфет Новрузовой. Эти предметы тоже вернутся домой. Гёйче – плодородная, благодетная земля, и воздух там целебный. Каждый камень, каждое дерево, каждая горсть земли – бесценно. Благодаря нашему президенту, шахидам, героическим солдатам мы вернемся в Гёйче, возродим наши обычаи и традиции. Мы не забыли Гёйче и никогда не забудем. Аллах шахидларымыза рахмет эйлесин. Онларын саясында биз йене де Гёйче кайтачайык. В селе Енизот хранят и приготовление национальных блюд Гёйче. Здесь дорогим гостям подают гурутлу хэнгэль, одно из самых прекрасных блюд. Один из гостевых домов села Енизот – дом национального героя Тибара Гаджиева, ставшего шахидом в 1992 году. В этом доме часто собираются басаркечарцы, делятся своими воспоминаниями, строят планы по возвращению на родные земли. Верим, что наш президент в ближайшее время полностью покончит с врагом, вернет Гёйче, наш Зангезур, земли наших предков. Мы вернемся на родную землю и будем жить там еще лучше. Раньше, чтобы отсюда добраться до Гёйче, нужно было потратить 4-5 часов. После открытия туннеля можно будет добраться до Гёйче за 45 минут. Почему не поехать? Буду пить воду из чистых родников, проведу там свою старость. Жизнь в Гёйче не может быть без саза. Гёйче – один из главных центров ашурского искусства, которое продолжается и в Енизот. Уже не те времена, жители Енизот. Они уверены, что как мы вернулись в Карабах, восточный Зангезур вернутся и в западный Азербайджан. На это и моральные, и юридические права. Хали Гурбанлы, Фуат Гулиев, Ксения Анисимова, новости СТВ. А сейчас мы продолжаем выпуск на азербайджанском языке. Бугин Астанада Азербайджан президенты Ильхам Алиевин, Казахстан республикасының президенты Касым Жомарт Токаев иле мәхтуд тәркибде görüşü olup. Ну, как говорится, у нас хош кельдинс. Спасибо. Да, мы рады вас видеть с визитом. Я хотел бы выразить признательность за то, что вы приняли мое приглашение. В августе прошлого года я совершил визит в Баку. Он был абсолютно результативным. Я придал серьезный импульс развитию двусторонних взаимоотношений. Сейчас возникла необходимость сверки часов, проверки той работы, которую я
осуществляется правительствами двух стран во исполнение поручения президентов. Хотел бы отметить, что Азербайджан для Казахстана является братским государством, очень близким государством. С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество и в торгово-экономической, и инвестиционной сферах, ну и, конечно же, для взаимодействия на политической арене, будь это двусторонний формат или международные организации. Очень много сделано, я думаю, в расширенном составе мы поговорим об этом, тем более заслушаем доклады соответствующих министров, которые должны отчитаться о проделанной работе и наметим планы по дальнейшему развитию сотрудничества. Мы готовились к вашему визиту. Вы, наверное, слышали, что телерадиокорпорация «Казахстан» вот, по моему поручению подготовила специальный документальный фильм, посвященный столетию выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева. Сегодня вечером его покажут на казахском и русском языках. Qazaxıstanda Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş markanın bıraxıldığını bildirən Kasım Jomart Tokayev, ulu öndərin ölkələrimiz arasında məkdaşlığın qurulması və inkişafında oynadığı böyük tarixi rolun xatırlandığını qeyd etdi. Qazaxıstan prezidenti dövlət başçılarının birlikdə Astananın nüfuzlu rayonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan küçənin açılışını edəcəklərini bildirdi. Конечно же, мы нацелены на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия, сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в Закавказском регионе. Между нами каких-либо проблем нет, есть только желание идти вперед вот именно в этом направлении. Благодарю вас. Спасибо, уважаемый Касым Жомарт Емельевич, в первую очередь за приглашение, за гостеприимство. Хотел бы сразу же выразить благодарность от себя, от всего азербайджанского народа за уважение к памяти Гейдара Алиева. Вы отметили то, что делается по вашему поручению в Казахстане для того, чтобы выразить свое отношение и к памяти Гейдара Алиева, и к азербайджанскому народу. И выражаю благодарность за то, что одна из центральных улиц столицы будет названа в честь Гейдара Алиева, а также за фильм. И в целом мы всегда чувствовали очень добрые отношения всего народа Казахстана к нашей стране. И наверняка вы это тоже почувствовали в рамках вашего официального визита в Азербайджан. То, что мы встречаемся так часто в рамках официальных визитов, говорит и о характере наших отношений, и о том, что есть необходимость постоянно быть в контакте, потому что у нас встречи проходят регулярно на разных международных площадках, но двусторонний формат, он наиболее эффективный. С момента вашего визита прошло менее года, но уже есть необходимость пройтись по повестке дня в плане контроля над реализацией наших поручений, так и предпринятие новых шагов для усиления взаимодействия. Как вы отметили, наши страны испытывают друг другу искренние братские чувства. Это хорошая основа для развития двустороннего сотрудничества. Что касается направлений сотрудничества, то их перечислять, наверное, займет очень большое время, потому что они практически охватывают все сферы нашей жизни, но, конечно, в нынешних условиях приоритетными являются, естественно, торгово-экономические, инвестиционные проекты, проекты, связанные с транспортно-логистической инфраструктурой и объединением усилий наших стран в этом направлении. И не случайно, что со мной вместе очень представительная делегация, очень много министров, руководителей государственных структур. Уверен, что в рамках пребывания на братской земле Казахстана члены делегации будут также активно взаимодействовать. И мы выйдем с хорошими результатами и определим очередную веху для подведения итогов. Еще раз благодарю за гостеприимство. Я хотел бы добавить, что только за прошлый год объем торговли между нашими странами, согласно казахстанской статистике, увеличился на 40%, перевалил за полмиллиарда долларов.
Görüş əsnasında Azərbaycanla Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsində 40% artımın olması müsbət addım kimi qeyd edildi. Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara qədər çatdırılması üçün imkanların olduğunu vurguladılar. Eyni zamanda görüşdə Qazaxıstan neftinin Azərbaycan üzərindən ixracı, nəqliyyat logistika imkanlarının daha da artırılması, kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin birgə investisiya layihələri məsələləri müzakirə olundu. Xəzər dənizinin dibi ilə fibroptik xətlərin çəkilməsi istiqamətində də sürətli inkişafın olduğu qeyd edildi. Həmçinin dövlətlərimizin ikitərəfli siyasi dialoqunun yüksək səviyyədə olduğu, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də uğurla əməkdaşlıq etdiyi qeyd edildi. Söhbət zamanı regional məsələlər haqqında da fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və sabitliyin təmin olunması və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində atdığı addımlar barədə məlumat verdi. Görüşdə Azərbaycanın nəqliyyat imkanlarının daha da genişləndirilməsi, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin və Bakı limanının imkanlarının artırılması istiqamətində səyləri barədə də məlumat verildi. Prezident Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanın nəqliyyat imkanlarının artırılması haqqında məlumat verdi. Söhbət zamanı iki ölkənin nəqliyyat infrastrukturunun sinxronlaşdırılması və yüklərin daha sərbəst və sürətli keçidinin təmin edilməsinin önəmi qeyd olundu. Bugün Astanada Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin iştirakı ilə sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi Azərtacla Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin Teleradio Kompleksi Qeyri-Kommersiya Səhmdar Cəmiyyəti arasında qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq haqqında memorandumu Azərtacın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Əliyev və Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin Teleradio Kompleksi Qeyri-Kommersiya Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Rauşan Kajibayeva imzaladılar. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ilə Qazaxıstanın Tədbiqi Etno-Siyasi Araşdırmalar İnstitutu arasında elmi və mədəni əməkdaşlıq haqqında memorandumu Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan Respublikasındakı səfiri Ağalar Atamoğlanov və Qazaxıstanın Tədbiqi Etno-Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Talqat Kaliyev imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə Qazaxıstanın Xarici Ticarət Palatası arasında anlaşma memorandumunu Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Qazaxıstanın Xarici Ticarət Palatasının İdarə Heyətinin sədri Ayan Yerinov imzaladılar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Qazaxıstan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyası arasında elm sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbib Bəyli və Qazaxıstan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyası Respublika İctimai Birliyinin prezidenti Murad Jurinov imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Qazaxıstan Respublikasının Otandaşlar Fondu arasında anlaşma memorandumunu Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan Respublikasındakı səfiri Ağalar Atamoğlanov və Qazaxıstan Respublikasının Otandaşlar Fondunun prezidenti Abzal Saparbekuli imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının İnformasiya və İctimai İnkişaf Nazirliyi arasında anlaşma və əməkdaşlıq haqqında memorandumu Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Qazaxıstan Respublikasının İnformasiya və İctimai İnkişaf Naziri Darxan Qıdrali imzaladılar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası Ali Dövlətlərarası Şurasının yaradılması haqqında protokolu və dövlət başçılarının birgə bəyanatını imzaladılar. Astanada Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilib.
Bugün Astana'da Heydər Əliyev küçəsinin açılışı olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev mərasimdə çıxış ediblər. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Heydər Əliyev küçəsində yerləşən botanika bağında ağac əkiblər. Bu saata bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.